Купали, Олег там, в Комсомольске, молодость. А, я в Комсомольске, да. Мой дом там, все дома. Ну, куда, геморрозил, но вы сын живой. Наберите просто на брата. Тягивайте сюда! Поэты, сюда! Поэты, сюда! Кто поэты там? И поэты, и слушатели, сюда, сюда, все здесь. Вот, Ольга, давайте, берем. Можно здесь? Помидоры за ней, в грудах. Стой, стой, жаба, корабль, и на этот товар я вам мазаю. Майонез, мы не мазаем. Света, давай сюда. Ты правишь? Да. Ну, позерять. Чу, позерять, сейчас. Херзем, мар, херзем, чини, анжанр. Айди у Яви. Сейчас мы на его родине находимся. Ну, начался 19-го, в Чебоксарах, выставка, конференции и так далее. Я думаю, что сейчас мы немножко побыли, отдали дань памяти его. На могиле побыли. Ну, я думаю, что его некая там душа рядом с нами. Я думаю, что самое время все-таки почитать стихи. Потому что это поэт, прежде всего. Вот, и вспоминая его, честь его, если будет звучать живое поэтическое слово, я думаю, что это будет очень хорошо. Вот. Буквально вот только что привез на Сен-Мюзе книгу. Она вышла в Москве, в издательстве «Радуга». Вот, да, секретарный экземпляр. Вот я составил его такой один из ближайших друзей, Григорий Натапов, такой человек есть. Вот, ну вот такая вот книга. Самые близкие друзья, да. Которые ну, спасали. Да, но вышла еще чувашская книга, которую мы также уже показывали, дарили вот чувашский альди. Ну, почти полный, можно сказать, почти полный. Весь альди чувашский, ну, кроме перевода, там, может, не совсем представлено. И вот в следующем году будет русский, том тоже в этом собрании сочинений. Надеюсь, будет книга о нем. Я слуга, я должен писать, так сказать. Написано в какой-то степени, но пока еще не до ума.
И народ, вот многие люди еще на разных языках выходить. Вот вышла книга недавно «В головном состоянии» на шведском языке. Это книга, перевод книги, которая вышла в «Лимбус Пресс», редактором которой был Антон Лезе, который здесь стоит сейчас. Ну, это такой сокращенный вариант этой книги, но она тоже есть на шведском языке. Мы ее показываем в печати, найдем. Вот, так что жизнь поэта, она продолжается в книгах, в нашей памяти, я думаю, да, кстати, естественно, и то, что мы сейчас здесь, сегодня его день рождения, вот, мы его отмечаем. Я думаю, что вот у нас здесь есть поэты, которые, наверное, должны просто прочитать свои стихи. Это будет, я думаю, самое хорошее. Память о нем, он, я думаю, что будет радоваться, что вот... Его день рождения читаются стихи здесь, вот на открытой природе, в этом саду, в этом кордуне. Начнем с Арсена. А, да, ну люди здесь, вот, ну кто, значит, из гостей. Ну, Арсен Мирзаев, Санкт-Петербург, поэт. Сотрудник журнала, редактор журнала «Полеон». Вот, ну, Валерий Земский. Борис Констриктор, поэт. Вот, Валерий Игнатьевич Земских. Фото художник, скажем так. Ольга Чебоксары. Елена Рябцева, студентка, ну, которая тоже занимается творчеством IT. Вот, ЗТС. Пока как студентка. Ольга Соколова, Томск. В прошлом году учил диссертацию по IT и соснули кандидатологических наук. Борис стоит рядом. Я уже сказал, что Борис Кашитер, поэт, я сказал уже. Где Ульянов? Галина Ганюдина, художник, друг IT. Президент фонда ЕТКЕР, Чувашского фонда Ульяновского, тоже близко знавший Айги, мы проводили вечера Айги в общежитии, когда он был, ну, не очень такой, скажем, признанный человек. Это были в студенческом общежитии, проводили вечера там и все прочее. Тогда. Георгий, тележурналист. Что еще у нас здесь? Были, да, вот эта книга, чувашская книга, которая вот вышла, ну, это такой полный Айги, ну, относительно полный Айги на чувашском языке. Вот. Ну вот, Юрий Сан, Аргашин, Смак, Айки Зиндень, Сова. Мне выпала такая честь первым сказать, да? Да, а почему нет? Ты земляк. Я ожидал. Должен. Я даже считал его, себя, его другом. Потому что я с ним два раза вот отлично беседовал. До сих пор помню каждое слово. Не дай вам Бог в России быть поэтом, читатель мой, тенизом сей, прости. Ночами просыпаясь от тоски, была душой пожарищем планетным. Но дай мне Бог в России пасть поэтом. Анбюрдер рассерев бумаж концовость, ах, влаган, подкаст нужен, хожар. Уйгат отца, царе журза, типшар. Чун ялгажат тенде бужарен курнос. Югесте здесь рассеян куза совость. Эти стихи я бы сказал, почему здесь прочитал в честь Айги. В России быть поэтом — это огромное счастье. Но в то же время это еще больше, много раз огромнее, это ноша, я бы сказал, даже несчастье. Это, считай, каждый день, каждую минуту, каждую секунду жить не ради наживы, а ради, скажем, души. Чтобы время для других поэтов осталось больше, я пока заканчиваю. Мы будем говорить, понятно. Но есть высказывание нашего Илья Техты, такого чувашского поэта. Чувашцы уже получили характурах полосменьки. Но это там немножко другое. Лучше не быть чувашским или...
Ну, чем лучше, чем быть чувашским поэтом, лучше стать какой-то там этой такой сухой там какой-то веткой. Вот. Это, наверное, многие поэты, может, ощущали на себе, испытывая там гнет какой-то времени, там, эпохи, там, властей там, и так далее. Народу такое, что вообще лучше оказаться. И вот Юрий сам тоже примерно вот в этом ключе высказался. Но тем не менее, поэты они есть. Будут и, наверное, всегда оставаться будут. Есть абсолютные поэты, есть, может, не совсем абсолютные поэты, сказать, ну, по-разному, кто как себя определяет в этом смысле. Арсен Мирзаев. Я, к сожалению, не смог быть в первый день. У тебя так вообще с тобой? На конференции. Так конференция прошла. Ну ничего, мы как-то в какой-то форме доведи нас. Твои мысли. Ну, я как раз... Павка, Мария Грюбель там и Виктор Звежей. Я как раз и не смог быть в этот день, потому что в это время находился в Хельсинки и выступал там с другим докладом, где речь шла в основном о питерской поэзии. Но в этот же день были еще и поэтические чтения, перед которыми мой переводчик Юбка Малинин, известный и переводчик, и поэт, и исследователь, задавал вопросы, связанные уже и с Геннадием Николаевичем Айги. И, конечно, было очень приятно, что в этой аудитории, где практически не было русскоязычных поэтов, в общем-то, не нужно было объяснять, кто такой Айги. То есть это имя было известно всем. И потом мы гуляли по Хельсинки, и мне показывали места, где выступал Айги в Хельсинки. Он бывал там пару раз. Ну, его хорошо знают и помнят. Есть у него своя аудитория. Называется «Читать и писать». Я решил его прочесть, поскольку здесь много людей пишущих. Я думаю, что это будет, может быть, как-то интересно. Первое. В очередной раз сижу и слушаю чужие стихи. Сижу и слушаю, сижу и слушаю, сижу и слушаю. И вдруг понимаю, жить остается. Все меньше и меньше, все меньше и меньше, все меньше и меньше, с каждой буквой. Второе. Слушать, когда кто-то читает твои стихи, мягко говоря, неловко. Даже если это твой родственник, добрый друг, сосед по лестничной площадке. Слушать, когда кто-то читает твои стихи, не слишком приятно, даже если это поэт. Очень талантливый, самобытный и оригинальный. Слушать, когда кто-то читает твои стихи, попросту омерзительно, особенно когда это профессиональный чтец с его извечной экзальтацией, фирменным придыханием, ритмичными взмахами рук. Слушать, когда кто-то читает твои стихи, бессмысленно. Все равно он прочтет их не так. Третье. Вот так бы все поэты читали, громко, отчетливо и проникновенно. А то один мямлит, другой шепчет, третий хрипит, а четвертый вообще читать не умеет, только писать. Четвертое. Для того, чтобы писать стихи, нужно влюбляться в женщин, поэзию, книги, деревья, времена, пространство жизни, смерти, а потом по новой, по кругу, по той же тональности. Пятое. Музей Вадима Сидора. В толпе поэтов читаю стихотворение «Поэт и толпа». Последнее. Поэту умирай поскорей, дай народу себя оценить. Вот. Ну и чтобы больше времени не занимать, у меня есть разные стихи, посвященные Геннадию Николаевичу.
поскольку мы знакомы были и дружили около 20 лет, но я хочу прочесть последнее, которое появилось уже вот в феврале 2006 года, посвящается Ларисе Березовчук. «Мир разделен на бродскианцев и айгистов по типу поэтики, дыхания, стихания, эстетики. Ой, ты участь корабля, и, как снег, Господь что есть, так и не смог сойти с катурнов Бродский и не пришел на остров умирать. Айги дал миру снег, овраг и поле, и сон, и тишину, и розы, и кутежи. Шаймурзина вернулся после смерти, лег рядом с предками чувашский чернозем. Теперь всегда снега в провинции живых». Да. Я прочитаю два. Одно написанное вчера или сегодня вечером. Другое повторение. То есть это первое, оно было написано под впечатлениями от этих полей, пространств, которые вокруг. Называется, написано в таком в духе айги, совершенно не было. Называется «Поле по кругу». А здесь все та же, живая, органно и трубно ревущая в уши твоя тишина, простая, как звук чистого вечного, первого, давнего. А. Второе называется «Предчувствие». Внезапно обнаруживаю себя в ванне, голым, с шампунем на голове, следящим за падением воды, застывшим в странном ожидании. За окном октябрь, ноябрь, декабрь. Древо ты, отпустив тысячи аккуратно сложенных журавлей из желтой бумаги, дырой чернеет твой туман. Спасибо. Уже здесь, на земле. Не забуду. Альбом где-то был. Света, альбом у тебя здесь под рукой тут. После последнего кто-то приходит. Надо отвечать. Глоток из копыт. Облака закрывают звезды. Долгая дорога в ночь. Утро ничего не желает слушать. Еще одна желтая ветвь на березе. Одинокое колесо катится быстрее машины, чтобы лечь в ветви. Страха не бывает, говорит Алиса. И гладит кошку. Алиса это... Да, это та знаменитая Алиса. Алиса, да, маленькая девочка, внучка... внучка, да. Гера, говоря, кошка. Ну, еще тебя несколько, которые... Птицы запели в чужом саду. Солнце иногда встает по утрам, но ты просыпаешься в темноте. По стенам вода, жажду не утолить. Плесень на языке, глаз затупился. Бабочки мечутся над цветами. Скошенная трава меняет запах, одуванчик белеет в ожидании ветра. Мы
дойдем до того дерева, а до того камня, а до той реки. Нет, мы будем сидеть под этим деревом, на этом камне, у этой реки, пока это дерево не превратится в стол, пока этот камень не рассыплется в песок, пока эта река не пересохнет. Пуля летит медленно, но достигает цели. Цель в ожидании. Курит, раскланивается, говорит пока, до завтра. Завтра недоумение. Будет оно или не будет. Оглядывается на соседей. А те отливают пули. Всем чего-то хотелось, но мало кто знал чего. Вот и хватали чужое, не подходило, бросали. Все бедны, как церковные крысы. Все валяется под ногами, гниет, ждут, когда засияет на небе пустая звезда. Одноглазый бежит быстрее, но спотыкается чаще. Глухой все слышит, но не поймет, в чем дело. Оставлю их разбираться, загляну в зеркало, никого, ну и ладно. Дверь приоткрыта, дует, как из подвала, лестница вдоль стены. Да я не пойду, мне туда не надо. А петли поскрипывают, щель все шире, спорят, бежать или петь, и зеркало спасибо. Наверное, не там, нет? Последнее. Ты же все знаешь, ты сказал. Ты же все можешь, ты сказал. Ты же всех простишь, ты сказал. Ты же всех спасешь, ты сказал. Тебя же нет. Ты сказал. Меня нет. Кто сказал? Мне хотелось плакать. В остальном все было как всегда. Плакал дождь. Была разлита слякоть по дорогам. Сырость и вода. И обрывками лежали лужи с рваными краями, как блины. Ветер безнадежно был, простужен. И деревья, сонные и больные, и печаль лежала на дороге, и тоскливо, глядя в облака, шел апрель, не поднимая ноги, упал и держался за бока. Перед снегом все краски померкли, руки ветки сложив для молитвы, клен одинокий стоит. Только рябина зарделась, вспомнив прикосновение дуба, стоящего рядом. Дождь идет, и все промокло. Сквозь заплаканные стекла не проходит солнце блик. Слезы солнца свет не сушит, сквозь заплаканную душу не увидит Божий лик. Утро разлито в стаканы для чая. Пью, ощущая свежесть и новизну этого утра, будто оно растекается по венам, наполняя каждую клеточку новым глотком жизни. Ну и последнее. Мечту с апельсиновым вкусом сегодня вкусила я вкусно. И есть не хочу я теперь лимоны со вкусом потеть. Петр Семенов, поэт, земляк. Это мы не поэт всегда поэтом. Чималдан Айтне, Геннадий Петрович, Геннадий Николаевич, Геннадий Пусте, Югасте, Загалайма, Брянус Кутпинде, 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 Учса бықсан истории хатхине, тухса дырать ума хура тюралых, красиль бустарать пюлер гирне, собр засыжи егерять манхалых.
келярне сержю чек сержюнба, хессекляген сюмни юнуван полгарен, сержизене тулана сандирба, юнгерлинде вара епле полганан, сие чуна иргажен чынгыр чынгыр, сауза сагал епирен юрра, савата халгом чунба ес койгор, девастени ыркама унагура, себе жудизер хен гурба заплакун зему сите эмертазазан, юрла иши чура пиге хавасла, кашни юрришен когордан бусан, сабах юрлана ирик чунлы халых, сапкабалай Юба юридаран, паян гунцель упранна бурбуянлых, везевртна пулдар дарюран. Юхса дугать тих дарма юк семе, чунать ош тигем сирбеце кавар. Чунацрах тюбе не леве земи, халхама зевшин тау давар. Россия ри сербин самах кедезе, тержи юрла. Геннадий Николаевич, халебунда сагда маллэм, где бы сирбин 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 сирбин. Я просто обещал, он здесь. А я пока сидел. Да, тепли вор. Пинде до хорсер. Мана, Володя Степанова. Надо тебе рейти хирать. А я порда. Кецей мне до плечеви. У них не официально, да кецей мне. Ну, я говорю, что мы земле был. Вара. А ихи тавран не якло. Я говорю, что вы сидите. Ана мене илгиме Петр Петрович Хузангайын бур, Шеремет кардинде хайвешен кетсе барап бурде. Аэродромын денде санда самолёда хайвешен денде, санде. Чалын манерде бурдак. Степанов, тухсат чекетме хайвешен анзаларды. Ах хайвешен рейн сухаллышын анжи, келболу саманжи. Хавас ес, дыван гедес, пирин гедес. Менле бурнадын, дыван беден, менле сынладын, чываш ен, дыватна хабыл. Ага денек, хабыл дыватпыр, ирт тебеле, бір майлы бурнатпыр, урнатпыр. Херелзе хевел анде, шумра сестерет, Вероника тетраде, кем аза илгерес. Шуттенде азамадин пір хужа, шуттенде, Вероника тетраде, Савысен кендинде. Вероника тетраде сумры шемерть майлах. Шургигун он сабаде керхисын даундах. Хыстюхне алундавыл, эзна лидерген. Хыстюхне шелемезы сундыха бидерен. Ундюхне маграце, нагышса шелебе. Вероника тетраде урнысли пурныспек. Терельзе хевелянде, меньше ват сюран. Вероника тетраде, эбна буламан. Я, конечно, потрясен, и пока еще ничего не написал, но понимаю, что когда-нибудь что-нибудь напишу. А почитаю это небольшие стихотворения, как-то дело связанное вот с сегодняшней вот ситуацией, так сказать, опосредованно, сейчас. Со мной умершие друзья сидят за столиком пустым. Я пью, а им уже нельзя, земля колеблется, как дым. Я пью и говорю слова, которые не смог сказать, когда еще была жива старуха-мать. Когда-нибудь в каком-нибудь конце, когда-нибудь в каком-нибудь начале, мы вспомним о невидимом лице, которое лишь в зеркале встречали. Мы вспомним восхитительную плоть, с которой столько лет дружили. Какие сны устроил нам Господь, чтоб мы сквозь время перебрыли. Ныряйте, ныряйте глубоко, ныряйте до самого дна. Все прошлое станет далеко, все точное станет волна. Став ветром в свободном порыве, ты избран, так прыгай с ума. Не бойся, не стой на отрыве. Тебе здесь не жить, Кострома. Спасибо.
Ну вот август, это ну, сегодня день рождения поэта, понятно. Но это было, наверное, может быть, любимое время для него тоже. Ну, здесь днем рождения не садится, какое-то торжество, лето, там, ну все как бы в изобилии. Вот яблоки, вот здесь мы сидим на этой поляне, там, здесь все есть, это трава, яблоки, там, тоже сливы, наверное, где-то там участвуют, пока еще их не видели, пока. Там то все. Я думаю, что очень любил. А теперь не даже вкус, когда мы будем, где? Однар Петрович уже сказал, что во многих странах друзья, соратники, просто любители поэзии ID сейчас его вспоминают, отмечают день рождения. Просто забыл упомянуть о том, что в Денисовой Горке, в деревне, где с 85-го, да, наверное, года, или с 87-го, каждое лето проводил Геннадий Николаевич, вот после того, как его не стало, уже третье лето проводится фестиваль, который, не мудрствуя лукаво, просто назвали день рождения Айди. Вот мы собирались там прошлым, позапрошлым летом. И сегодня тоже собрались поэты из разных городов, родственники, соседи по деревне. И сегодня там тоже большой праздник. Вот это уже стало традицией, и, наверное, нужно будет тоже... И объединить, и чтобы вот результаты этих чтений и в Чебоксарах, и в Денисовой Горке можно было посмотреть, потому что это на самом деле серьезные чтения. Приезжают поэты из разных городов и стран. Вот надо подумать насчет того, чтобы где-то это разместить, или на сайте, или где-то напечатать. Потому что это уже, в общем, трехлетняя традиция. И Денисова Горка была связана, скажем, с последними годами его жизни. Ну, это здесь понятно. Поэты Симбирска, Сергей Миши. Улья, хоть и мля. Я тебя вошла имя. Я тебя вошла Ман, айди, Геннадий Николаевич, ба, история зямли. Чималдан Олег Николаевич, ба, Густаев, ба, Виктор Глебович Егорова, Аван Марда. Ибо пустай мала. Важен дизен, Ремеш ход, айгизин день, Виктор Глебович, Егоров, Аван Марда, Виктор. Озимбатне бурзагана на обычно кешнернигун, озимбатне бустар на том, что его озимбатне. Озимбатне шпана совозим зирап, рука гиздегаре, чембари совозим ебахле, ебу же шулла демилле, чамбра он лекарек сирна, озимен маннанна, твашла да манмадан, чек правого творах бледер. Бивон бледер, он! Идя, бледна, шуланжа. Епсан Генегине ужадов, азап верны дюхтюна, сама хватах не удадов, туядов шугаш сосуна. Улан зем аша тазалах, сваплах, хемлях шуралат, хутра хваранна азамлах, хулен дженетбек удала. Власти. Деятели, так сказать, они тоже не равнодушны, оказывается, к поэзии, так сказать. Чиновники. Рудольф Васильевич тоже он... Рудольф Васильевич, попросим. А мы хотим вас... Просим, мы хотим вас послушать. Они, так сказать, где он? Да. И утренний тренинг, там добро до всем бег. Вот тупца, сиргалавма, дрожат от тренинга. И Барзава. Шурумбузе кизе и верей, Хвелерия хапартна и гений шлярей, Борода шимана, тутлы и хран, Хвели шевлизем, кирзе гандыхран, Ялда ебыгаль, адге келинже, Кильзе чагурма, яла твана, Епле хаманам, еп шурал нагунда, Ивгер нагунда, сюда жалыхне, Херюй хвельден, тұғынны ғушлыға, Хывзая будадып, семи сулыға, Таза сывлымба, пшевынны бұрытпа, Кыштах мен мүрленжі, урари манчылға. Улықран пырынза, юманлық сыртне, Кереде пырза, бұқмауын сәне, Құрақтайып қайрым, бүржай алгерне,
Услык чунба, унжи чулшукне, тельбулдам, калашерам, чундам, черерень, азадая билдем, ихнине биткескень, ундан малалла, кивес укмакпа, утром рсада. Утром рсада, кивес укмакпа, тялдан, тял... Самый дальний гость машины. Рахамбек, первый шуралногон милиции бурберен, был ГАИ здесь. Сам подружил ударница. Молодец, телевизор бади, салам лахадет. Вероятно, что милиции миден дезет, был Володя, это значит, что Владимир дезет. Первый савожиринча, шуралногон дядебе, чумдан юраца, продак наш шахпорца. Шинран милиции пуладех, каялла варашу, солдавы менрежи паламадашу, оштаун хизебе курмахаль питхен, ширырда тубаймар, калар варамен, паянхи милиции электибек мар, халахас ислама торожашын мар, анжах Владимир пирын апламар, мадидесын курыр ытлау махмар, Кашмен не білмезір әслет бұл пайдақ, әжі әшке құрбір әлгерет жылдақ. Шывашсен дүшне де әрдеде шава, сылы бұлдыр қалық, еске бұл сыва. Вара білін, милиций ГИБДД өншіне ГАИ начальнике батальон командирі полковник Карсаков деп, кабинеті бір зәгірден түрі эфирден шыңғыраулады. Малданхи игі бір лыжыне кыларса брахмала дейді. Шинран милиции была дех, каяла варачу. Николай Николаевич, кульминации шаганда дев. А мы видим кульминации дев. Вот в кульминации мы никакие милиции ланзан была забрага перед. Возьмем же дивра был. Глорма, возьмем же дивра был. Возьмем же дивра был. Ну, паэнги жута, мажута, шалдерген. Курал дашь теген зен, гимне был один. Ну, не герем. Хватит меня пустомала. У нас международного класса и с татарами, и с чувашами, и постоянно это. Вперед, давай, пошли, пошли. Смотрите, он что-то жест культуры режет, все. Сейчас надо по ходу еще действовать. Искусство, которое уважает нашего земляка, знаменитого на весь мир, Геннадия Николаевича. И давайте в день его рождения выпьем по ним эти, так сказать, бокалы наши. За тех, которые никогда не забывают нашего земляка. Они всегда вместе, я вот сколько уже вижу, приезжайте, ждем вас и давайте выпьем. Сперва за вас, за друзей. Я первый высоко помню. Район Бегма, республика Жаинде. Тинде Жаиби Денбей Цибрай. Сандагами сегодня была. Может, Теренде, Теренде, их Цибрай. А куда назвать? Сиряки из Лидия Пузабрай. Маш Пумада Бугарать. Шамбай Дружин Казарой Шанада, Эбер Жу Пузык Юбилейка Цибрать. Тогда пузы курдия прилеха дырынзе, тогда лайф шайрай перза, яраса шанадаба.
Сыр, я думал, в Ульде пожар, и я деревце им изучен, паян чиньял, шляньде. Кажики же, да? Когда Николай Шурана, я лазится, Сергач, на вышен, я зарыгал хамада дуин загаре, когда Николай перегушу мурда ларна беге. Приушим бать не будет, ты приушим бать не будет, сама тупца колоса, чуйня зимбек пули, чуйня веке. Хой, сыр, уца зирендюк не, сургильмеры, перле, балашмаш, мне сыр, уже кажару, мне когда сыр, пузык шугаду век мананди. Мне бон пыльде перле, булдымыр перле, кыжал, тогда илюмбенде перле была перле. Шамбек пузык палла, шамбек пузык выйла, тусла, ундан мне когда сыр, тэнджибек палла, тэнджибек палла, вы, дукса дараган, никсан сүнми білмен сүлгүш пек ол маңшын құлден. Тағды бұл сире, көбір бұғыдырға тұқса, құжымар бұлзасы кезде, сәкіна кеслама көліне жей. Шамба, падерел жері бұян, шинжал шері бұян, шамба, үлімден жәнбек келмелі бұлдыр, пірләті бұлмалла бұлдыр, пірлә сауырмалла бұлдыр. Он Атнер Петрович қалары, дебі жылбали девизі бұғыдезе, юбилейне тогда хуже уровень детей самолобода. А район администрации, Эберна, Куша, Брабор, Сумах, Брабор. Сейчас уже еще помогаю. Қанышты деге мазар үшін жеді. Жа мазар үшін етпесе, сын мазарлы ұлыш құрса қаядықты. Бара яған қалады. Ах, үйде тәрбегіне шағында бұлтыма келді. Өкке жетелі елбай құрында бірді. Ані бүгі ғаршы. Ұдар бүрін түр үхі, ұны еуратны қыданы, қыдана бірді. Баню түшілі, ұнда шүш келеке бүгінде. Бүші, Сумахан, она фильмели делал, могу такая мало денег, шупачка. Район пусть люди деньги, потом душу поштара кидрелит помалаш. Почта он чуме. Потом до семь лет, когда она курни жен туман, бед чудан. Сейчас там два, да? Район пусть люди деньги. Всем бандит шерпачка. Чумно я вам өткізен чүнде орады. Кеп чүн сұр поэтін сұр везіне боласасын да. Ларсы жер. Шүзі бар. Күрген. Ақ, все, жүзі бар. Жүзі бар, ақ құлда бар. Онда да жүйтім бар. Ақ құлда. Чүн бар. Представ, я жүді ең. Жүзен бір. Тадан шақ шын ялда бұрнаған жүзен чүн земші. Бір ожы, лайық, хитре, Дорогие друзья, коллеги, у нас самый восточный, самый далекий участник наших мероприятий – это Ольга Соколова. Олег. Олег. Ольга. Ольга Соколова. Долгий путь к вам через Урал, через все препятствия, и горы, и моря. Ну, и я хотела бы прочитать, начать с того, чтобы прочитать стихотворение «Айгин». Я, на самом деле, я его уже читала, я положила его на музыку и исполняла его на открытой выставке в музее. Вот оно называется «Предзимний век», и стихотворение, которое посвящено Пастернаку, и как... как вот Скрябин говорил о Пастернаке, что я слышу шаги моего божества, точно так же Айги говорил о
о Пастернаке, и я тут точно так же могу сказать об Айге, что вот Айге – это мое божество, которое всегда было со мной, всегда было во мне. Но в Томске, к сожалению, вот не было у меня единомышленников, и поэтому я просто написала диссертацию по его творчеству, и вот я, для меня очень важно было найти людей, с которыми можно поделиться этим, да, вот и такой круг, когда можно почитать, допустим, стихотворение Айги. Провожу я останусь, как хор молчаливый, я в Божьем сказании весь день предуказанный, с движениями зимнего чистого дня, словно с сажей рядом. А время творится само по себе, падает пущенный по миру снег, и кажется только поддержка извне, необходимость прохожих. А уровень века уже утвержден, и требует уровень славы лицо к тишине обращать, и не книга, но атлас страстей в тиши на столе сохранен. А год, словно сажа, коснется домов, и каждая книга потребует линии резкие складки к себе через мои рукава. И рядом окно, а возле окно, и за ним ворота, сугробы, дома. Это стихотворение, это ну вот жанр реквием, да, то есть это стихотворение, которое было написано на смерть Пастернака, но на самом деле оно говорит о том, что поэт не умирает, он... На самом деле он гораздо больше, чем просто телесная оболочка. Он в своих текстах, он в тех, кто знал его, да, то есть во всех своих читателях. И поэтому пока есть люди, которые читают поэта, он бессмертен. И как у Пастернака он говорил о втором рождении, точно так же и Айги. То есть он находится вне вот этих критериев жизни, смерть, время, пространство. То есть он в своей поэзии он пытался преодолеть это. И поэтому, безусловно, что то, что мы сейчас здесь собрались, это единение, оно как раз говорит о том, что Айги с нами, что он бессмертен. И я хочу еще выразить огромную благодарность вам, поскольку то, что я здесь испытала, я просто никогда не переживала этого. И каждый день, каждая минута с вами, это прям настолько сконцентрировано все, это просто целая вселенная. И я всем вам благодарна безумно, всем тем, с кем я общалась в это время, и надеюсь, что это еще продолжится, что все это останется внутри меня и в нас. Спасибо тебе. Зайди! Место найдено темно и очень интересно. И приехал на день рождения Юрка Скворцов. Юрка Скворцов приехал. Так, ну, называй этого Юрка Скворцов. Да, конечно, Юрка Скворцов. Молодец. Юрка Скворцов. Юрка Скворцов приехал. И вот приехал в белой рубашке Юрка. И мама, вот все-таки, как вот бедность, если она человек выдерживает достойно, и бедность бывает очень красиво. И мама сварила пшеную кашу. Вот я никогда не сварила пшеную кашу. И мы ели пшеную кашу. И вот это очень... И потом вышли. Что-то вот на наличнике что-то такое там шевелится. Юрка говорит, это, наверное, как птенчик. Я говорю, поймайте мне, пожалуйста, птенчика. Это был летучий мышь. Такой маленький-маленький. Это был очень счастливый такой был день рождения. Другой был день рождения, очень несчастный. Это Гена, я видела два раза, как Гена плачет слезами. Это очень страшно, когда мужчина плачет. Я видела, как Гена заплакал, когда вообще оказался и брат, и сестра очень несчастны. Гена пошел покупать лекарства для мамы. А Лиза пошла, сестра пошла почти гусей, и в это время скончалась мама на моих руках. И поэтому, когда пришли, Лиза сказала такую странную фразу, ну если бы я не пошла гусей, мама бы жила. А потом Гена пришел с лекарством для мамы. А она в уши лежит. Я вышла, я говорю, ты знаешь ведь, мама умерла. Потом он сел и заплакал. Это такой раз я видел, как плачет Гена. И видел, как Гена плакал свой день рождения 21 августа, когда вступили наши войска в Франку. Да. Гена заплакал слезами и сказал, какой позор, какой позор. Вот. Ну, этот невероятно счастливый. Мне кажется, он прямо где-то витает. Ну, никто не воспринимает. Вот, очень хороший день рождения. Вот, спасибо за всех. Просто душа. Всем, каждому хочет сказать, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Все соединил. Мы вас любим. Мы вас любим. Мы тебя любим. Я тоже люблю. Ты моя хорошая. Меня зовут Ольга Соколова. Я защищала диссертацию по
творчество Геннадия Аги. То есть у меня тема была неоавангардная поэзия Геннадия Аги и Виктора Сосноры, эстетика самоопределения и поэтика. И вот я защитила ее в этом октябре. Ну, то есть, и, собственно говоря, вся весь период защиты, и поскольку писание диссертации это прям как занимает полностью всю твою жизнь, то есть все это время я просто ощущала потребность безумную, конечно, в общении с людьми, которые бы могли понять меня, потому что, ну, у нас просто я сама из Томска, то есть там вот эта тема, она не очень, ну, вот как-то сложно там с современным авангардом, там мало им занимаются. И поэтому этот фестиваль, когда я узнала о том, что он будет проходить, я прям вот с октября этого года, я очень долго ждала его, и я знала, что встречу здесь людей, которые мне близки по духу. Ну, еще даже скажу, что до этого я когда прочитала у Леона Рабели о том, что есть айгисты, есть это духовное братство, я уже, то есть, ну, уже долгие годы я ждала, что я защищусь и буду достойна того, чтобы вступить вот в это, вот, в это духовное братство. И, к сожалению, ну, конечно, к моему безумному сожалению, я не успела познакомиться с самим Геннадием Аги, поскольку я считала себя недостойной этого, пока я не защитилась. Вот когда я защитилась, уже вот я не успела увидеть его. И поэтому для меня очень важно было вот этот вот момент там сопричастности, прикосновения к тому, что его окружало, вот, погружение в это пространство. И я, конечно, безумно благодарна Атнеру Петровичу и ну, вот, всем организаторам фестиваля, потому что он так организован, что это не просто там конференция, не просто какие-то вот голые чтения текстов, поскольку для того, чтобы понять поэзию Аги, конечно, тут нужно гораздо больше, нужно вот это погружение, выход за пределы слова, да, к тишине, к молчанию, там тот же самый синтез искусств, то есть не только поэзия, но это и живопись, и музыка. И поэтому здесь вот все это было так гармонично соединено, и вот я очень счастлива, что я попала сюда. Ну и сама, причем тоже, в общем, Айги меня вдохновил на то, не только там на написание диссертации, но и я положила один его текст на музыку, и вот он звучал на открытии выставки. Вот, и в общем, я просто счастлива. Ну, прекрасно. Вы вот написали стихотворение, буквально сейчас прочитали ее. Сейчас можете наизусть ее прочитать? Так, ой, сейчас сосредоточусь. Поэты есть, пред ними и пространство, и время тлен, и что непостоянство, что статика бытийная, голем, ванита, в общем, пустота, айги, молчание, тишина, места.